Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и мы сейчас находимся в аккаунте в гостях у Эдика, пока у него там девайс на ремонте, в общем-то я ему помогаю, а заодно еще есть возможность снять видео, которое у себя под аккаунтом не всегда получается снять, поскольку у меня там нехватка ресурсов там и все дела. А здесь у нас полный unlimited, ребятки, и сейчас мы будем делать что-то важное. В общем-то, вот наш мегалозавр, которого мы получили, турнирного. Так, отлично, мы знаем, что у нас есть на рынке. А теперь у нас стал доставным пахигалозавр, ребятки. Как мы помним, это пахиринозавр плюс мегалозавр. Так, давайте сейчас мы тут глянем. Вот наш пахиринозавр, давайте я вам напомню. Кстати, есть интересная одна вещь по поводу наших динозавров, что и пахиринозавр, и мегалозавр жили в одно и то же время. То есть пахиринозавры появились 83 миллиона лет назад и вымерли 66 миллионов лет назад. То есть они вымерли вместе с метеоритом, вместе с тираннозавром Рексом, жили до самого конца. Вот такой вот у нас есть мутант. Весил он 4 тонны, как слон, а в длину был 7 метров. Так, и насчет мегалозавра. Вот наш мегалозавр, ну так вот у него обычная такая форма. Кстати, он очень-очень был большим долгожителем, ребята, среди динозавров. Так, что-то как-то громко. Он появился 208 миллионов лет назад. Это древнейший хищник, ну, по крайней мере, по данным Википедии. То есть динозавры появились там 240 где-то миллионов лет назад, так. И он прожил вот с 208 миллионов лет назад до 66 миллионов лет назад. Если на Википедии там не было ошибки, то это просто жесть какая. Он динозавров, которые прожили так долго, как мегалозавр, ну, по пальцам, наверное, пересчитать. В длину он был 10 метров, и я тут подумал, ох, нифига себе здоровый какой был, а весил-то он всего 2 тонны. То есть, это был довольно-таки стройный хищник, ну, что-то типа монолофазавр это мало, ну, аллозавр, короче, что-то типа цератозавра, аллозавры были покрупнее даже, наверное, по весу, по крайней мере. Ну, вот цератозавр, аллозавр, вот что-то такое. И давайте будем делать, ребятки, гибрид, нет. А подождите, ну просто хочу меню, куда это нас меню перебрасывает? Ну да, нас предлагают сделать нам с него гибрида, только не с этого меню, а вот с этого. Давайте приступим. Так, ну и что же у нас должно получиться? Интересно, просто по урону. О, какая красота! Ух ты, и он нарисован классно, тут все, новый динозавр, четкие текстуры, без каких-либо проблем. Блин, у меня опять скриншоты не работают. Давайте его так немножко отдельно поставим пока что. Хотя, давайте его сюда. Кстати, вот только заметил вот эту вот надпись. Линка топ. О, большое спасибо тебе, Эдик, за то, что ты такую штучку сделал. В общем-то, вот это чудовище. Вот это супер. Так, где у нас тут настройки? Не туда пошел. Не, туда пошел, подождите. Игровой процесс. Фоторежим. Блин, но мне чужого кого-то напоминает. Он чертовски крепкий, но он, смотрите, поскольку мы его скрещивали с травоядным, то есть он должен быть потяжелее. То есть, ну, тонны где-то под 4 должен быть. И с длиной, допустим, тех же 10 метров, но все равно до терекса не дотягивает. Хоть как ни крути, он как бы не может быть больше терекса. Ну, у него родители оба меньше. Это если сложить вместе пахиринозавра 4 тонны плюс мегалозавра, то получится что-то вроде терекса. То есть он реально по физическим данным должен был бы быть послабее. Так, ну и по размерам, да, по любасу должен уступать. Ну ладно. Так, давайте посмотрим сейчас, как он кушает. Ну, лапки у него хиленькие, он не может кушать как индоминус. Но он даже на первом уровне выглядит шикарно, ребята. Как вам?
Давай, рычи. Так, я... ладно. Не будем тут особо останавливаться на этом. Давайте сразу пойдем в магазин и посмотрим, сколько он стоит. Раздел гибриды. Давайте сейчас просто проверим всех гибридов. Юдон стоит 78 тысяч. Показатели. Показатели. Сравним. Жизни мало. Удар как у Юдона. То есть это у нас будет что-то типа аналог сигнозавра, сигнозуха, только травоядного. Смотрим. То есть хищного. То есть жизни больше. Ну, сигнозух даже тут покруче будет. Даже покруче сигнозух, ребята, получается. Давайте сейчас еще покрутим. Кто у нас тут еще? Ну, 5-5. Ну, даже и Метриофодон покруче будет. Ну, Приатродон нет, конечно же. Ну, вот давайте поглядим на гибридов. Кто что есть. Эрлифозавр. Ну, Эрлифозавр слабый удар. Индоминус. Ну, в общем-то, вы поняли. То есть он где-то послабее сигнозуха получается у нас. Ну, давайте. Давайте сейчас мы будем с вами пройдем этот полный путь. Как это происходит, если у вас unlimited по ресурсам. Так, нам нужно 8. Чтобы сделать одного 40-го. То есть, ну, в общем-то, там, как говорится, калькулятор в руки, и можете посчитать, сколько в сумме. 77 тысяч. Ну, один у нас есть, получается, то есть нужно 7 купить. Больше чем полляма генов нужно потратить, и еще по 1500... И больше 10 тысяч долларов. Ну, даже 1012, наверное, понадобится. Потому что мы сейчас это еще будем скрещивать все. Так, ну, у Эдика хорошо. У него было 2 мегалозавра 40-х, 2 пехеринозавра. Он, наверное, он предвидел такую ситуацию еще задолго. И, в общем-то, наверное, подготовился. Так, ну, а нам сейчас нужно это все дело по-быстренькому прокачать. Полный процесс, ребятки, с вами проходим. И как обычно, сейчас я создам троих. 30-го, 20-го, 2 20-х. И мы пойдем ими посражаемся. Так, вот смотрите, уже даже на втором уровне эволюции он уже сразу получает яркую раскраску. Ну, это радует, что люди, как бы, с каждым новым динозавром все-таки больше внимания деталям уделяют, потому что старые динозавры там где-то не прорисованы, особенно когда они открывают рот, там видно текстурки вот эти вот. Красавчик, супер. Ну, реально мне чужого какого-то напоминает, бронированного. За один раз, это вообще шикарно. Так, ну смотрите, он в колбе-то, смотрите, какой большой. Ну, как мы помним, если мамонт в колбе был вообще маленький, а мамонт весит побольше, чем 4 тонны. Ну, так что, даже не знаю. То ли у них разные колбы. У гибридов, например. То ли я не знаю. Так, давайте теперь будем кормить. Ну, пока что это нам обходится не так уж дорого. Последнее кормление у нас 400 тысяч получается. Так, одного сразу можно слить. И сейчас сравним 20-го и 30-го.
Вообще шикарно. Вообще круто. Мне вообще интересно, а что на 40-м будет? Они обычно на 40-м как-то меняются ощутимо. Так, давайте вот такой вот 20-й. Ну да, тускловатый. 2000 на 1700. На 21-м уже 2600. Давайте делаем по 1,5 ляма. Уже на 30-м уровне он просит еды. Так, ну удар 3200 на 2600. Давай, рычи. Так, давай еще раз. Сейчас мы идем сражаться. Вообще. Так, не назад, ни в коем случае. Давайте сейчас прочитаем, что нам уже про него рассказали. Все, я понял, теперь не нужно клацать здесь 100 раз, нужно просто один раз клацаешь по названию и ждешь несколько секунд, оно срабатывает. Так, пахигалозавр. Так, а можно еще было бы назвать пахиринозавр, мегаринозавр можно было назвать. Как вам больше нравится? Мегаринозавр или пахигалозавр? Мегаринозавр, или, ну, мегаринозавр звучит как-то посерьезнее, как по мне. Так, гибрид хищного мегалозавра и бронированного пахиринозавра. Ну почему пахиринозавр бронированный, я не знаю. Кроме головы. Так. Надежные защитные механизмы пахиринозавра и острые зубы мегалозавра делают из пахиголозавра прирожденного бойца. Опять полное противоречие. У него должно быть много хп тогда, если у нас бронированный пахиринозавр. И они пишут об этом. А почему же у него так мало хп? Непонятно абсолютно, тем более голова у него такая бронелобая, как у пахицефалозавра. Так, хвост пахиголозавра сильнее, чем у большинства других хищников. Он хорошо подходит как для защиты, так и для ошеломляющих атак. Ну, это согласен, урон у него неплохой. Так, ну нам теперь нужно что? Пойти посражаться, ребятки. Идем сюда. И я вот рассчитывал, что он попадет куда-то сюда, вот между сигнозухом и орлифозавром. А где он вообще? А как это он мог сюда... А, 30-й же, ё-моё. Я про 40-й говорил. Ну, посмотрим, куда попадет 40-й. Кстати, у нас, да, появляется Келенкин, ребята, уже в особом задании будет доступен. Так, мы берем вот этих двух. И третьего берем... Вот этого красавчика, так, и старт. Кто же нам попадет в противник? Ну вот индоминусом неплохо бы, ну индоминус, не-не-не, индоминус нас за один тычок будет убивать. 40-й индоминус нам плохо. Так, Гасторнис пока что нам в противнике попался. Так, ну два удара и хана, вот сигнозух выглядит интересно. Ха, я его за один удар. Ну массивный, голова, конечно, сразу видно родство с пахиринозавром. Так, ну у нас сейчас такой идет размен, собственно говоря, что Гасторнис, у него будет один балл в защиту. Ну я его за два пробью или нет? Вот теперь вопрос, ребята. Ну да, у меня будет 3500 примерно за два удара. Раз, два, 6 косарей с бонусом получается. Ну понятно, я его пробиваю. Такой получился быстрый разменный бой. Суперку мы не увидели, но это был суперка у нас на следующий ход, ребята. Красиво. Ну, рот опять же плоховато прорисовали, как по мне. Можно больше деталей уделить ему. И одного динозавра там нарисовать за несколько месяцев можно как-то и конкретно прорисовать уже. Так. Это мы закончили. Давайте делаем нашего мутантище.
Так, какие сейчас у него будут статы? А, ну мы же смотрели там, да, 4... 4 с чем-то. Ну, вот косяк тоже еще вижу. Так, нет, пока не вижу косяк. Я думал, это у нас уже 40-й вывелся. Так, во-во-во-во, вижу уже изменения. Раскраска ярче, шипы больше. На спине появились большие шипы. Ну вот, собственно, тут тоже можно разглядеть уже по краям в колбе. Такой, почему их два? Это 30-е, тут должны быть в колбе, по идее, изображены. Да? Но что-то по виду, как будто бы это уже 40-й. Так, и смотрим, ребята. Вау, вау, вау. Шикарнейший. Вот так, давайте со всех сторон его разглядим. Ах, красавчик. Ну, клюв у него как у попугая, вы заметили? То есть у него есть все зубы, но еще есть и клюв. Такая смешная, короче, у него мутация получилась. 4,5 миллиона, ребята, нужно, чтобы его откормить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Реально, все 100 лямов почти ушли, чтобы вырастить одного 40-го. У нас там было 95 миллионов еды. Ну, это просто жесть. Это просто жесть. Но придется вот это все дело вот так вот откупать. Но это просто... Больше никто чем не ел. У меня не было в своем аккаунте, чтобы у меня еда так на одном динозавре закончилась. Красавчик, очень красиво. Ну что, идем теперь, давайте сражаться. Ой, куда-то я вышел. Пойдем, пойдем. Нет, мы забыли прочитать 4-ю награду. Раз, два, три, и вот. Так, пластины на голове пахигалозавра крепче, чем у пахиринозавра, и на них больше защитных шипов. Ну, то, что его за голову никто не прокусит, это факт. А, да и шея у него такая, что... мне что-то кажется, что у него рот не широко особо открывается. Ну, давай, еще раз. Ну, да, у него не особо широко, как рот открывается, как по мне. Ну ладно, давайте сейчас будем это проверять в бою, так сказать, ребятки. Так, ну я рассчитывал, что он будет вот здесь, это возле Сигназуха, но нет, все-таки его ХП подкачало. Подкачало ХП. Было бы ХП хотя бы 1009-10, было бы лучше. Мне интересно, кого хотят сделать сильнее Юдона. Юдон единственный. Юдон и Эрлифозавр, да, у которых около 10 тысяч жизней. У остальных жизней близко... не столько много. Ну что, тогда берем самых сильных. Ну, это будет смешно. Ну ладно. Давайте. Интересно, кто же будет у нас в противниках? Нам вообще кого-то подберут. Метриофодоны. Ну, что-то как-то неинтересно. 3 метриофодона. Не буду защищаться, наша главная задача. Повоевать новым пахигалозавром. Ну, мегаринозавр круче.
Не буду защищать его. Блин, вот это я да, не посчитал даже. Ну ладно. У него 4, он атакует на все 4. Так, ну-ну-ну, тут есть вопросы, конечно, есть вопросы. Ой, он меня за один удар убивает. Ну, придется нам, ребятки, сделать еще один бой. Потому что третьего я, скорее всего, не завалю. Ну, ничего страшного, мы сделаем еще один бой. Я думаю, это захочет нас проатаковать на все 4. Все-таки шанс у него хороший. И это его, короче, погубило. Реально погубило. Не мог подождать. Реально, он бы 100% меня убил, если бы перенес эти... Так, мы тут атакуем на 1, 2, 3, 4. Ну да, один балл у нас остается. Ну вот у него сейчас есть вариант победить, а это поставить 4 балла в защиту. Но он решает проатаковать. Глупо, он бы мог выиграть без проблем. Ну а так мы его съедаем. Так, вообще-то мы не накопили 8 баллов. Мы суперку не увидели. Ребята, идем еще на один бой. Мы должны увидеть его суперку. Она там скольки от 6 или от скольки у нас там показывается. Это анимация новая. Давайте. Идем еще раз. Так. Ну и давайте возьмем других. Вот так. Давайте вот Горгазух, Травоядный и Пахигала. Пахнет галой, стиральным порошком. Мегаринозавр. Мегаринозавр круче. Так, Юдончик, 2500, 4500. Ну, противники топовые, конечно. Но чуть пониже уроном. Он подменится, не сможет за один удар пробить моего Горгазуха. Я думаю, потому можно сделать так. Ну, почти, почти, конечно. У него остался один балл. Делаем вот так. И даже если он на 3 проатакует, мы выживем. Ну, он переждал, молодец. Насколько теперь он будет атаковать? 2 в защиту поставил. 4. Давай, на все 4. Не захотел. Раз, два, раз, два. Ну, давайте попробуем на 4. Легко. Конечно, у него Юдончик проатакует нас. Ну, на 4 должен атаковать, по большому счету. Атакует на 4. 2 пальчика, ну, да, осталось. Так, ну я не хочу его побеждать вообще-то. Я перенес 4 балла, даже если мы проигрывали бы из-за этого. Я главное хотел 8 баллов на Пахиринозавра. На Пахигалозавра. Давай, 7 баллов. Твой последний шанс что-то сделать. Атакует на 5. И мы сейчас на все 8 проатакуем. Так, и вот этот момент. Этот торжественный момент. 8 баллов. Как и обещал, показываю. Смотрим. Великий рев. И крутой рык. Ну, ребятки, думаю, я вам показал со всех сторон нашего нового гибрида, который, конечно, не стал самым сильным, но ничего страшного.
как по моему мнению, Индоминус должен был быть самым сильным. Вот так вот как-то. Так, так что, ребятки, ждите дальнейших серий с участием нашего мегаринозавра. До скорых встреч!